Так, всем привет. В общем, сейчас я готовлюсь к съемкам Microsoft Flight Simulator X. Времени сейчас у нас очень дофига. Я на больничном, поэтому я всю ночь не спал. Фиг знает, видно или не видно, где мой телефон. Тоже никто, думаю, не знает. И... А, нет. Нашел я телефон. Вот сейчас тут, надеюсь, вот, 6:31. В общем, вот так вот примерно происходит подготовка. Запускается в Sim. Тут у меня на столе стоит сачок. Вот он с кранчиком. Тут уже допитая славяновская кола. Это вообще отдельная история. Тут я поел, пахал чупа-чупсов. Кстати, вот чупа-чупсы у нас появились, Angry Birds, вон наклейку, короче, все наклеил, пусть будет. Вот так вот выглядит у меня стол. Вот он мой микрофон, естественно, с поп-фильтром. Вот клавиатура боком стоит, тут мышка. Ну, короче, вот как-то это вот так все выглядит. Вот, это выглядит все как-то вот так. Сейчас мы непосредственно будем ждать 10 часов. В 10 часов разбудим Фридей, и он должен прийти ко мне. Это видео будет называться, скорее всего, «Ночь». «Ночь Саш Тюнинг». Вот. Клавиатура сейчас у меня стоит так, то что половина видно, половина нет. Что-то очень долго запускается Sim. Я даже уже как-то это... Вот, кстати, сок чуть-чуть набежал. На самом деле не знаю, будет ли меня слышно. То есть вот я микрофон как бы поставил вот так вот. То есть вот... Вот как-то так все это выглядит. Все разместил вот на этой полочке для клавиатуры. Еще завел блокнотик. Сейчас у меня все происходит, так скажем, по списку. Ну вот это у меня получается вчерашнее, то, что я вчера все планировал. Вот это вот все запланированное вроде бы на сегодня. Да. Вот, сейчас я буду снять Microsoft Flight Simulator X. Ну, рандомные игры у нас сегодня не выйдут, к сожалению. Вот, наставим на этой странице, пусть будет. Здесь у нас расписание. Я заказал доску с Алиэкспресса, то есть тут будет висеть магнитная доска, на которой я буду все писать. То есть вместо этого блокнота будет тут магнитная доска, этот листочек всегда тут будет. Ну, кто не видел расписание, сейчас расскажу. У нас по понедельникам выходит Tegel Racing Redline, во вторник Свобода и Рендер, то есть во вторник я делаю видео. В среду выходит либо реальное видео, либо антернет. То есть одно из двух. Также реальное видео может выйти в любой день. В четверг у нас съемка Subnautica. То есть в четверг не выходит видео. В четверг у нас вот прошел. То есть сейчас 6 утра и был четверг. Пятница Subnautica. То есть сейчас я планирую после съемки Microsoft Flight Simulator X поставить рендериться Сабнаутику, третью часть я снял, три части. Вот тут у меня вроде бы как бы написано вот 7, 8, 9. На самом деле я просто хочу сделать это видео, потому что скучно. То есть я сейчас сниму в 6 часов, хотел снять в 3, но как-то забыл и время пролетело. Смотрел всякие видосы на YouTube, в общем. Вот. То есть пятница Сабнаутика выходит, в субботу МТА и рандомные игры, и в воскресенье тоже МТА и рандомные игры. МТА и рандомные игры уже записаны. То есть их осталось только собрать, то есть создать и выложить. Так вот, что еще хочу рассказать. Это то, что очень долго запускается симулятор. Вот, кстати, вон у меня там еще один чупа-чупс лежит на планшете, на разбитом. Видео, думаю, еще сделаю через часик, ну, после съемки флай симулятора постараюсь сделать.
у меня небольшие, так скажем, средства там всякие лежат на питбайк. Что касается питбайка, расскажу в технике, думаю, вот завтра, вернее, уже сегодня. Ну, как бы на часах 6:36, я не знаю, что ложится или нет уже. Думаю, то, что не буду, вот запустился Microsoft Flight Simulator X. Сейчас я буду брать Boeing 737. На самом деле, расскажу все во время съемок Сима, как, то есть, что у меня случалось. Я летаю с FS Passenger. И, в общем-то, у меня уже второй раз подряд, или даже третий, отказывает левый, вот именно левый двигатель. Не знаю, что с ним делать, вроде бы уже чинил куча раз. Вот. Да расскажу все-таки. У нас в 10 утра я позвоню Фридей. Он приедет. И мы как бы должны снять технику сегодня. Вот сегодня 27.11. Пятница. Должны снять технику и немного поговорить и о питбайке, и о Сенином скутере, в общем. И много еще о чем. Сим глючит, я вот просто даже не могу представить из-за чего. Может быть из-за Стима, как-то они вместе не дружат, я не знаю. Ну, в общем, устроился я примерно так. Вот это все место у меня для мышки. Вот так вот руку вот сюда я ложу и вот так вот ввожу по клавиатуре. Это у нас все происходит за микрофоном. Это я только пробую, я так раньше не делал. Вот это у нас все вот тут вот. Все нормально. Только он в последнее время шуметь стал. Вот, то есть все у нас тут. Вполне, кстати, на камеру не видно то, что он моргает. А нет, ну так более-менее видно. Вот, в принципе, удобно вот так вот реально летать удобно. То есть я откинулся на, то есть на кресло на свое. Вот. То есть я откинулся и мне удобно. Я вот сижу вот так вот, мне удобно, рука согнутая, то есть все нормально. То есть выпрямленной рукой мне бы было неудобно вот здесь вот так вот делать. А вот тут все удобно, джойстик не скользит, микрофон под рукой, вернее, под губами, так скажем, вот. Монитор недалеко от меня находится, все видно, можно выключить свет для полной полноты. Вот, в принципе, вот выбираем Boeing 737-800. Коплю сейчас на Аэробус, буду учиться летать на Аэробусе. Посмотрим, как оно. Пока не уверен, пока что я не готов его купить в FS Passenger, поэтому, ну, это все расскажу в Симе. Ну, а сейчас, в принципе, больше пока что ничего рассказывать. Сейчас я сниму Сим и следующий фрагмент тоже засниму. Итак, прошел уже час с момента прошлого отрывка. И сейчас я делаю эту съемку прямо во время съемки Microsoft Flight Simulator X. Вот у меня на паузе стоит видео, вернее. Да, ну пусть будет эта пауза. Вот зелененькие циферки обозначают то, что Bandicam сейчас ничего не снимает, кто не в курсе. Вот, мы летим. За этот час я успел выполнить только взлет. И лететь осталось примерно немного, потому что все идет в перемотке X16. Лететь осталось 2 часа 12 минут игрового времени, и это все разделить на 16, и столько реального времени будет. Я даже сейчас как-то посчитаю, попробую на калькуляторе все это дело.
Давайте у нас 60, 120, да, получается? 120 разделить на 16. Ну, где-то в порядка 7,5 минут. Это все займет. Сейчас, кстати, мы пролетаем океан, вроде, или море, я не помню. Ну, в общем, смотрим на карту, там все черное. Ой, вернее, синее. Вот что еще рассказать, то что все взлет я выполнил вот на такую сумму. У меня вот она написана, 5 839 647. Я починил самолет на такую сумму. Если этот полет сейчас пройдет успешно, то в принципе я все окуплю, надеюсь. Там что-то нам пришла и говорит это проводница, но нам-то пофиг. Мы за штурвалом. Нам главное, чтобы сейчас не загорелся левый двигатель, потому что это реально такая проблемка, которая бесить уже начинает. Вот. Ну, в общем-то, все эти 7 минут мне будет очень скучно уже, наверное, не 7, уже 5. Что-то я захотел чуть-чуть спать. Думаю, прилечь часа на 2, чтобы было. Там вон какие-то. Непонятные полосы. Это границы. А, ну вон, мы подлетаем уже к земле. Вот сейчас будет видно. Вот это черное, это уже земля наступает. Вот. И думаю, мы уже даже влетаем потихоньку в Россию. Видеорегистратор как-то странно себя стал вести в последнее время. Он то снимает, то не снимает. То есть я его заряжал примерно 3-4 дня назад на полную. Что-то поснимал. Он у меня сказал то, что он сел, выключился. Больше не включался. Писал то, что он разряжен. И вот чудо, я его сегодня включил, не заряжая ничего. И он до сих пор работает. Это уже какая минута? Наверное, минута 15 или 10 вот этого видео. Как Саня проводит ночь, ну, утро, так уже его назовем. Там какие-то реки пролетаем, короче, фиг поймешь. Опять пришла, вон сверху строка летает. Вон. Там in cabins написано, типа происходит в кабине. Нам что-то говорят, на самом деле реально надо бы покормить наших пассажиров, а то они как-то. Давайте послушаем. Все нормально. Ну все, думаю, пока что пауза. После посадки, я думаю, продолжу. Итак, в общем, все. На этом я закончил полет. В общем, сейчас я уже его закончил. Он прошел просто великолепно. Никаких поломок не было. Ничего подобного у меня не случилось, что было в прошлом полете. Вот, поэтому все отлично. Посадку я совершил идеально. То есть без каких-либо нареканий. Microsoft A700X. Я ставлю галочку. Ну, рандомные игры зачеркиваются так же, как и что-то там было написано. Там что-то было написано, что я не знаю. Вот. Ну, тут я уже полетал вчера ночью. И тут я вот писал, это я летел в Париж. Это я решил остановиться во Франции. Это вот по такому я садился во Франции. По таким вот Илсу и этому. Вот это я уже что-то там тоже во Франции, ближе к Москве приземлялся.
Вот тоже вот он этот и вот он этот. А это непосредственно в Турции. Вот у нас полоса 36 правая. ИЛС-3, а частота 110 и 30. В общем, все. Я сделал то, что хотел. Сейчас осталось только закрыть Microsoft 8 x. Все-таки я думаю поспать как-никак 2 часика. Просто реально уже надо хоть чуть-чуть поспать, иначе будет потом вообще фигово. Сейчас я закрываю Microsoft 8 x при вас. И все. И чуть-чуть посплю. Давай, давай, ладно, так закроем так тебя, потому что не хочет он никак закрываться. Так вот, мой каналчик. Четко так. Снимается это видео 27.11 уже. Вот, реальное видео выйдет, скорее всего, через неделю это получается. Через неделю, сейчас у нас ноябрь, через неделю плюс 7 дней. То есть у нас реальное видео выходит в среду. Куда это я проснулся? Будильник. Куда это я сегодня хотел встать? А, понятно, ладно. Ставим будильник на 10 часов. Час 59 минут спать осталось. Так, в общем, реальное видео выйдет в среду, ноябрь, то есть сейчас 27-е. Будет среда, 2 декабря выйдет вот это видео. Вот. А Microsoft Flight Simulator X выйдет в выходные. Он будет у нас вместе с рандомными играми. Ну все, сейчас пока что пауза. Думаю, через 2 часика, после того, как я уже посплю, я это сниму. Мои ощущения после 2 часов спанья. Потом позвоним этому Фридею. Скажем ему, иди. Если он скажет, окей, ляжет дальше спать, то мы тоже ляжем дальше спать. И на этом видос закончится. Пока что пауза опять. Итак, все под звук моих двух сабиков. Я недавно проснулся, моя кошка еще спит. Ну, а я недавно проснулся. В общем, досидел я часов до 10. Потом позвонил Сене, то есть Фридею. И что-то он как-то так не взял трубку, и я лег спать. Ну, сейчас он мне написал, вернее, я недавно прочитал. То, что вот он тут написал, типа, то, что... Утром он встал в 10 часов, но у него дома никого не было, поэтому ему надо было сидеть дома. Я еще одну конфету нашел. Они тут разбросаны по всему столу. Вот, в общем-то, думаю, больше нечем рассказывать. Вот недавно проснулся, умылся, сейчас сижу, слушаю музыку. Что-то так подумал, то, что надо снять видео, последний отрывок. Больше ничего интересного нету. Возможно, Фридей придет к вечерам к нам. Вот. Сейчас я ему напишу. Типа, приходи вечером ненадолго. Вот. Посмотрим. Посмотрим, что он ответит. Я тут слушаю Зиппу, решил почему-то послушать Зиппу, не знаю, что вдруг так. Ну все, думаю, больше нечего рассказать.
Все, видеорегистратор сел. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Саш Тюнинг. Всем пока.